испуганный сановник к телефону часто подходил. В этот день встревоженно неровно телефон сановника звонил. В этот день в его мятежном шуме было много гнева и тоски. В этот день маршировали к думе первые отпавшие полки. В этот день машины броневые поползли по улицам пустым. В этот день одни городовые с чердаков вступились за режим. В этот день страна себя ломала, не познав того, что впереди. В этот день царица прижимала руки к холодеющей груди. Возник кроваво вспенен, в этот день начался русский гон. В этот день садился где-то Ленин в свой запломбированный вагон. В этот день в отпавшем Петрограде мощного героя не нашлось. В этот день довольно Бога ради, знаем, знаем, знаем. Вопрошает совесть, как священник обличает мученика день. Неужели, Боже, нет прощенья нам за это? За Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях поэт, член Союза писателей, матушка Людмила Кононова. И аккомпанирует ей, и помогает в этой передаче Юрий Бобылев. Спасибо, Господи, матушка. Вы выбрали такой ритм для этой песни, современный. Ну, наверное, он внутри самого, самих строк и тех событий, вот он так как-то совершенно... Напряженно, да, звучит как-то? Естественно, совершенно, да. Это стихотворение Арсения Несмелого, это псевдоним. Арсений Митропольский, выпускник, учился сначала в Московском кадетском корпусе, затем в Нижегородском, выпускник Нижегородского вот, военного училища, участник Первой мировой войны, полтора года он... окопной войны, награжден Георгиевскими крестами, боевой офицер, поручиком. Он принял участие в восстании юнкеров, и это из эпицентра событий. Вот поэтому строки драгоценные. Как он понимал как-то? Тут здесь кажется, что взгляд из прошлого, ну, ну да, вот уже отсюда и сейчас. Да, да. То есть уже такой, такой уже объемный, высокий. А вот понимаете, мы через это видим, какого качества людей мы потеряли, личностей. Если они в то время так видели и понимали. Таким сознанием. Да. Тут вопрос, напрашивается, как они, такие люди, допустили это все? Ведь... А допустили, кто допустили? Допустили ведь, наверное, вот не те, кто так видел. Mm. Потому что там силы такие были задействованы, что я не помню, у какого-то богослова я слышала, что я стал подсчитывать, сколько причин было для вот октябрьского переворота. Вот когда насчитал 150,
вот которые, так сказать, сплотились все, вот соединились в этом клубке, да, из-за которого он произошел. Вот 150 я перестал считать. А поэтов нам таких Бог дал, и сейчас, обращаясь к их творчеству, к тем, кто тогда жил и свидетельствует нам об этом до сих пор, мы можем, мне кажется, по-настоящему понять, почувствовать и оценить, что произошло. Не логикой, вот не через какую-то социальную борьбу, там, это, вот этот тупик этого, в который нас ввергают постоянно и сейчас, а вот обращаясь к ним, к их сердцу, к их вот строкам. И вот мы сегодня как раз и говорим о том концерте, который будет у меня 7 ноября в Лавре, вот в этот юбилей Октябрьского переворота. И концерт как раз и носит название «Два крыла русской поэзии» и говорит о поэтах больших, великих поэтов, которые оставались у нас здесь в России, и которым было дано здесь пережить это и свидетельствовать нам в своих строках. И о тех, кто оставался по ту сторону, называется «Два», поэтому называется «Два крыла русской поэзии», «Вектор движения», потому что они задали русскому слову, русской поэзии, русскому человеку, языку, вектор движения, который осуществляется русскими поэтами и сейчас. И да? Да, хотел даже вспомнить по поводу этого Игоря Талькова-то. Да. Вот эта песня «Россия». Это несомненно. Это продолжение, вот прям прямое. Абсолютно, абсолютное продолжение. Потрясение она вызвала, конечно, в свое время. Да, 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 да. И ее не могло не быть. Это, знаете, как Бунин, когда он писал «Окаянные дни», когда он пишет о ледяном походе генерала Корнилова, когда там несколько тысяч там, с обозами, с женщинами, с ранеными, основу этой армии составляли бывшие гимназисты, кадеты, то есть это такой верующий в победу России молодняк, в основном раненые. Вот. И Бунин говорит, если бы не было ледяного похода, стыдоба всем бы нам была бы, если бы не было вот этого, казалось бы, безнадежного порыва встать за Россию, за ту Россию. Угу. Вот за ту. Я не идеализирую ни в коем случае ничего, но не сказать о них и об их подвиге, об их исходе, об их стоянии и об их подвиге жизни, который там происходил. Нельзя. Просто нельзя замолчать. Мы не поймем тогда того, что с нами тогда произошло и что с нами происходит сейчас. В своей собственной жизни не поймем самих себя. Вот из этого исходя, вот я просто делаю вот сейчас эту программу, и в Москве ее покажу, и в Петербурге покажу. Всех приглашаю. Да, приходите, пожалуйста. Я тоже постараюсь очень сильно. Это не страшно, это не скучно. Это, как мне кажется, вот наиболее жизнеутвердительно. Это необходимо. Просто необходимо. А, Машка, вы только одна такая у нас? Или есть люди, которые тоже вот эту тему поднимают постоянно? Есть, конечно. Есть такой вот исполнитель, скажем, Виктор Дзансолов. Он написал много музыки на стихи Николая Туроверова. Но, к сожалению, у нас информационный все равно... Вакуум, да? Вакуум, да. Вот их спасибо не... телеканалу «Союз», где что, они, да, да. что возможно тут да, да, хоть да. как-то этот вопрос да. поднять. Потом я знаю, что вот Евгения Смолянинова, кстати, исполняла песню на стихи Николая Туроверова. Потрясающе, в 1945 году он приходит после опять еще одной страшной войны, пишет такие стихи, не помню начало, «В рассветной мгле стоят опушки, о многолетии кричат неугомонные кукушки, и вторит им весь птичий хор, неугомонный щебет птичий. Ах, мне весна с недавних пор нужна, как поцелуй девичий. И вот мы с ней идем вдвоем, бредем, куда не знаем сами. Я с подорожным костылем, она с апрельскими цветами». Вот потрясающие стихи. Какое благоуханное русское слово! Да. После такой войны. Дай Бог, чтобы все это продолжалось. И чтобы мы узнавали их, чтобы они по-настоящему вернулись в нашу жизнь. Культуру.
Давайте что-нибудь, давайте. Наверное, еще споем что-нибудь. А вот давайте мы споем Александра Вертинского. Песня, казалось бы, ее часто так без особенного вдумывания исполняют ее и где-то вот в ресторанах даже поют, и такие вот пританцовывающие исполнители тоже поют. А так вот по-серьезному-то, если послушать, она написана в 22-м году Александром Николаевичем, уже 3 года в эмиграции, 3-й год в эмиграции. Его после Константинополя, после Турции уже вот этого вот всего обрушения вывозит один интерпренер на гастроли в Бессарабию, которая по Брестскому миру отошла к Румынии. И к Румынии отошли земли, в которые оставалось коренное русское население. И вот он едет туда, близость русской границы. И был такой момент, когда его от России отделяет только Днестр. Он приходит на берег Днестра, и вот вся его эта поэтическая, уже обездоленная, в этом безвоздушном пространстве, без языка находящаяся душа, она вся рванулась туда. И вот прыгнуть, переплыть, он пишет об этом, уйти никому неизвестным. Ну как? И вот он возвращается и пишет эту песню. Она называется «В степи молдаванской». Там все реалии его вот этого путешествия по Молдавии, где так многое напоминает о России. И эти распятия у колодцев. Вот. И вот и все. Давайте мы ее споем сейчас. Тянутся сонные дороги, и, вздыхая, ползут под откос. И печально глядит на дороги у колодцев распятый Христос. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя. Как все эти картины мне близки, много вижу знакомых я черт, и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер в степи молдаванской, как звенит под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя. Звону дальнему тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, российскую милую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают березы и поляны отходят ко сну, о, как сладко, Господи, бурные аплодисменты. Ну вот вы слышите, какие да. стихи. И вот с этой песней он ездит по вот этим городам Молдавии, его встречают просто
Вот как вестника русского слова. И он понимает свое предназначение здесь, что он приехал утешить, вот успокоить, ободрить. И не случайно за эту песню его просто садят в румынскую тюрьму, обвиняя в пропаганде большевизма. Представляете себе? Ну, то есть это, конечно, удивительно. Вот удивительные судьбы, я говорю, прикасаясь к которым вот мы себя как-то по-другому начинаем понимать. Ну, что-нибудь, наверное, нужно еще спеть, да? Да, чем больше, тем лучше. Так, сейчас мы подумаем. А вот давайте мы споем еще одну песню на стихи Марины Цветаевой, музыка Елены Фроловой, замечательный такой автор замечательного, тоже из цикла «Лебединый стан», тоже посвященная дочке Али. Yes. Господи. Ой, люблю я передачу «Лаврские встречи». Батюшка. Суета, 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 и вот и такая отдушина. Вот, и как-то душой воспеваешь. Спасибо вам, матушка. За то, что вообще вы это, всем этим занимаетесь. За то, что вы это любите. Вот, и хотите еще донести. А так просто без такого, без любви, без соучастия. Это невозможно. Ну да, действительно, любовь – это такая движущая сила, которая преодолевает и обстоятельства жизни тяжелые. Ну вот я сейчас, вы знаете, батюшка, у меня сейчас мама сильно, сильно болеет, да? Раба Божия Екатерина. Да, Екатерина, да. Я вчера вот на проповеди даже попросил, чтобы молились. И на концерте прошу тоже. Да, батюшка, благодарю вас. Вот, и мы понимаем, что на самом деле ведь у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И прикасаясь вот так к этим стихам, мы к их душе прикасаемся, и они, наверное, откликаются, если мы делаем это искренне, так же, как и к молитве новомучеников и исповедников российских. Вот. Давайте я теперь уже что-нибудь свое спою. Давайте. Батюшка. Ну, я тут пела то, что музыку на стихи я писала, а сейчас мне хочется спеть песню, которая написана год назад,
Русскому человеку очень трудно ровно идти, не сваливаясь ни вправо, ни влево, посередине. Вот песня называется «Как пройти посередине». Инструкция что-то. По краю, не по льдине, что услышу я в гордыне, как пройти посередине, где дорога с крестным древом, между робостью и гневом, между прелестью и чревом, между правым, между левым. Пройти тропою царской между лестью и коварством, между внутренним и внешним, торопливым и неспешным. По шажочку, то вдвоем, то в одиночку, побрели да полетели, то бегом, то еле-еле. Босиком и в экипаже, ко вратам небесной стражи, там стоит ковчег с дарами, паровозик под парами, что едино на потребу, чух-чух-чух и прямо в небо. Бескровины заставляют плясать на костях. Кто же ты, моя горькая родина? Только бедный замученный прах? Или феникс из праха воспрянувший, то восстанешь, то снова падешь? И со дна китежанкою канувшей наблюдаешь вселенский галдеж. А вокруг свистопляска и маята тьмы идущие против рожна, где больна и нема, и такая ты оскуделому миру страшна. Где для всех ты заноза и пугало, и полощут, как бабье тряпье, твое имя, горящее уголье, первородное имя твое. И в тоске родимой сторонушки выкликает пастуший рожок: китежанка, сестрица Алёнушка, выплынь, выплынь же на бережок, обезножена да не безбожена, откупили на все времена ты мощами святых унавожена, ты удобрена, угобжена их любовью, не знающей тления, их
мольбою к потомкам земным. И в своем вековом искуплении ты лежишь антиминцем сполошенным, откровением на сердце уроненным, где скитальцу обещан очаг. Это ты, моя светлая родина, драгоценная в Божьих очах. Да, сильная песня. Но времени у нас уже практически нет. Мы ну, не тогда, успеваем. Да, ну, и значит, еще будет тогда передача. Тогда, пожалуйста, приходите, дорогие петербуржцы. Вот от всего сердца вас приглашаю. И мне так хочется, чтобы хоть раз, ну, хотя бы в этот день, в этот столетие Октябрьского переворота, зал Александра Невской лавры на моем концерте наполнился хотя бы наполовину. Я думаю, будет больше народа. Приходите, драгоценные. Ну, неповторимо совершенно это событие, которое совпадает с концертом. Помоги, Господи. Я уже себе в календарь поставил. Скажите, батюшка, утешительное слово. Что тут скажешь? К песне добавить мало что можно. Я даже вот вышел вчера после литургии на проповедь. И сказать-то и нечего. Все уже сказано. Вот что может человек добавить к божественному? Что можно к поэзии добавить, которая вот буквально... Ты лежишь антиминцем сплошным. Это такой образ. До него надо еще дожить. И вот его надо понять. Это старец Севастьян Карагандинский сказал, что да. Россия, русская земля, в 20 веке она вся освящена, и она вся как удобрена мощами мучеников, вся как сплошной антиминс. Вот. Такой образ сильный. Дорогие мои, мы прощаемся с вами. С вами была поэт, член Союза писателей, матушка Людмила Кононова, автор-исполнитель и прекрасный помощник ее. Я просто наслаждался звуками гитары. Все это очень тонко. И видно, что это большая работа. Вот. Слава Юрий Богу. Бобылев. Дай Бог здоровья. Да, помоги, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, что вы помогаете матушке. Это очень важно. Божьей всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания. До свидания.